Новосибирские фридайверы с триумфом вернулись из Екатеринбурга. Для нашей команды это были первые соревнования. Вот статика. Третье место с результатом 5 минут 30 секунд. Григорий Василькевич не без гордости демонстрирует гроздь медалей. На пьедестал почета в Екатеринбурге он поднимался после каждой дисциплины. Погружение, плавание в ластах, брас. Ну, мой конек брас, поэтому... Сколько надо было проплыть? Больше, чем остальные. Но так как я нырял первый, мне было сложно оценить уровень участников. Я так с запасом маленько, это 127 метров. Все дисциплины фридайверы выполняют под водой. За спиной нет баллонов с кислородом. Перед погружением задержка дыхания. Так без воздуха Ольга Пономарева может провести более 4 минут. Главное, говорит, правильный настрой. Нужно очень расслабить все мышцы тела, абсолютно все, и постараться ни о чем не думать. В то же время вы должны сохранять контроль сознания. Сложно? Если настроиться правильно, то нет. Но 4.15 – это еще не то время, где бывает сложно. Вот дальше, думаю, будет сложно. Каждая дополнительная секунда под водой – десятки тренировок. Нагрузки колоссальные. Фридайвинг – спорт сродни силовому экстриму. Очень много зависит от того, насколько спортсмен понял свои внутренние возможности организма. Потому что фридайвинг – это экстремальный вид спорта. Это вид спорта, который на грани. И когда человек им занимается, он открывает, ну, так сказать, определенные свои, что ли, глубины психологические, эмоциональные и физические. Возможно, поэтому фридайвинг в Новосибирске массовым спортом пока не стал. Серьезно занимаются не более 20 человек. Раньше силами мерились между собой. Соревнования в Екатеринбурге для новосибирской команды первые. Участники признаются, силу почувствовали, обошли другие российские регионы, готовы и дальше побеждать. Оксана Тарасенко, Елена Власова, Евгений Чижевский, Вести, Новосибирск.